Да, я думаю, что первый. Минут назад я трахнул суку в мерзость. Я видел твою суку, это просто мерзость. 5 минут назад, как Сузи, 5 отверстий. 5 минут назад я купил новый перстень. Всего 5 минут. Ну простите, конечно, но смотришь на него, во всяком случае, вот здесь непосредственно, да, когда он прям совсем молодой, зеленый. И вот он поет про то, что он типа трахал в мерзости. Господи, ну прям. Ну, мягко говоря, слабо, очень, очень сильно слабо ему веришь. Спустя, видишь, камни кружат танго прямо на моих костях. Тот медовый, что крутил я 5 минут уж как иссяк. И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк. И твой стих звал меня папа, но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила, суки поголовно врут. Раскопай сам себе яму, ведь у нищих нету слуги. Не прошло 5 минут, как я зарос. Не пойму, только Питер... Или не Питер, хрен его знает. Что-то очень... Ведь мне не похуй на здоровье. Прячу бронхи в дипломат. Я трахал твою суку ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Я был там. Питер. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Я был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я прикурил огромный блант. И где-то 5 минут назад за мной петлял двором наряд. И через 5 минут меня найти возможности не стало. 5 минут назад я был один, теперь нас 10. Те, кто 10, нас в нете заходили ровно 5 минут назад. Прикупил вина в рассале, прыгнул свой Uber Passat. Смокал сигу у Кинбонга ровно 5 минут назад. Слушайте, если не ошибаюсь, у него сейчас длинные волосы, да, у Бульвара? Я же про него говорила на его кафесте, я его видела, да? С длинными такими, по-моему, даже светлые, если не ошибаюсь. С открытыми глазами. Как непривычно вы здесь видеть с такой крышкой. Трубку, там WhatsApp, не гудка. Простите, я подумала, что это даже девочка. 5 минут назад. Телеграм приходит суд, в телефоне шелуха. Ты хотел делать клауд, но я чисто делал Мури ровно 5 минут назад. Я ничего не придумал, так и есть такой расклад. Ты хотел услышать свежесть, но тупил и не признал. Я молчу про твой став, это было словно сотню лет назад. Каждый раз на волне, но спустя года 2 года в игре. И пищи, что ты свек, словно плак. Этот бред был на свете ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Это дерьмо, это ровно дерьмо. 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Покойся с миром. 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Конечно, очень, может быть, в силу, конечно, мои какие-то сейчас в данный момент обостренных чувств своеобразных, личных, да, но вот эти вот, конечно, его теребонькани, вот эти вот резкие. Все, ладно, не будем, проедем эту лучшую тему. Ох, у меня еще, кстати, вопрос. Вот из всего многообразия женского присутствия там, да, количественного, вот кто-нибудь хотя бы вот одну запомнил? Ну, где он там по-разному? Вот так там, вот так и все остальное. И вроде как бы, да, знаю, ну, как бы ощущение такое, что не скажешь, что профессионально, да, так прям с опытом. Потому что, ну, хрен его знает.
Так, типа, что-то вроде как и есть, а вроде и нет. Ну ладно. Ну, каждый смотрит со своей колокольни. Обоссанные Дэнни Славко посса релиз. Кстати, я видела с кем-то у него, по-моему, даже фит. Привет! Пишите все пожелашки в комментариях под любым видео на канале. Спасибо, аноним! Аноним! Обоссанные Дэнни, блин. Нет, на самом деле у меня, кстати, вопрос. Я лично пыталась их отличить одну от другой, но не скажешь, что что-то пошло не так. Сколько? 89 миллионов просмотров. Масса пака. Я в этой жизни многого, видимо, не понимаю. Чего-то точно касательно этого. Вот, поэтому как бы я рада за девочек, что они рады, что попали, безусловно, в этот клип. Они, наверное, там просто готовы были. Ну, видно по ней, во всяком случае, ощущение складывалось такое, что на все, делай со мной все, что хочешь, я уже в клипе, лишь бы в нем побыть подольше. Вот. А касательно чуваков, ну, как будто от Бульвара мне энергии, что ли, чуть-чуть не хватило, я не знаю. По сравнению с ним фараончик поярче здесь смотрелся и слушался, воспринимался. Как-то он прям 5 минут назад. То есть какие-то такие даже витиеватости от него поинтереснее были, чем от него 5 минут назад. Блин.